Будущее зависит от тебя. Под таким лозунгом 29 марта в манеже «Красная звезда» прошел футбольный турнир. Его участниками стали воспитанники 22 детских домов и интернатов Омской области. Пока футбольные баталии не начались, для ребят яркое торжественное открытие, увлекательные конкурсы и разминка по-взрослому под руководством тренера команды мастеров. Футбол – это всегда доступно. И в первую очередь, конечно, для детей. Это один из самых массовых видов спорта, зрелищных. И туда очень приходит много заниматься детей именно этим видом спорта. Почему именно среди детских домов и школ-интернатов? Я думаю, дети без родителей многие остались. И поэтому этой категории детей нужно уделять особое внимание. Потому что именно будущее зависит не только от них, но в первую очередь и от нас. Сколько мы сможем им дать тепла, заботы. Будущее зависит от тебя – это единственный всероссийский турнир для детей, находящихся на попечении государства. Ребята от возможности погонять мяч и получить призы в полном восторге. Многие из участников хотят связать свою дальнейшую жизнь с этой популярной игрой. Я попросилась на футбол, но все были, конечно, в шоке, мальчики. Ты же девочка. Ну, мне просто понравился, нравится мой любимый вид спорта. Поэтому, не знаю, вот как... Ну, я пробовала на защите, пробовала на подаче, пробовала игроком быть. А потом, когда встала на ворота, я очень стала хорошо стоять на воротах. Меня даже не могли мальчики пробить. Я занимаюсь 2 года. И он мне нравится то, что можно научиться принимать мячи, набивать на ноге и вводить. Этот турнир – этап региональный. Для того, чтобы получить впечатляющий главный приз – путевку в Великобританию на тренировочную базу легендарного клуба «Арсенал», нужно показать лучшие результаты в регионе, федеральном округе и на всероссийском финале. Первые шаги к мечте сделали команды из детского дома номер 4 и школы-интерната номер 5. Они стали победителями в своих возрастных группах. И именно эти ребята поедут 30 апреля на второй этап чемпионата в Новосибирск.